Капец, 76 голубей под 100. Надо мне сделать этот респект, скажем, са. Мне кажется, здесь он все равно профит не будет. А взять типа один флик для вопроса? Нет. Давай типа после... Я, типа, пошли. Следующего трая перекурим. Или что, или уже перепили фласки? Нет, еще 6 минут. 5. Смотрите, пожалуйста. Так, ребят, Паш, мне, нужен, мне нужен сапрот, мне нужно масло. Давайте там откройте портал, я доллара, о, под гору дайте купить. Масло на, я тебе дам. И сапрот я тебе дам. Кайфово было бы, конечно, тут какой-то, блядь, протовар, нахуй. Или этот ДКшник хотя бы. А что протовар? А, ну, ну протовар это минус 30%, блядь, и КД минута 45. Ну я бы тогда сказал протопал. Да, блять, протопал. Как раз на зиму 6 секунд, он минус 20%. Протопал может и самого убить из-за этого. Да, там отмена просто пишется, макрос, консвал и все. Но все равно. Суть этой фигни, чтобы ты в себя урон впитывал чужой. Так он это 50 на 50 дает и эту херню, и чё, живет спокойно. Ну, в том, проблема потопала в том, что он ни хера... Зачем, бабушка? Ну скажи, зачем, товарищ, вот там сейчас все пойдет? Бабу, не надо, пожалуйста, не надо. Ну что, Жень, ну что, Жень, ну что, ну зачем, блин? Ну тебе не нужны, скажи мне. Как тебе не нужны, зачем ты даже полезно? Зачем, на, давай, бабушка. Я что-то на автомате начал читовать, блядь. Бабушка там разоренная. Точнее. Ты понимаешь, это просто покончились. Андрей, мне читать. В ДД попробую побить, типа, ну, зиму мне все равно, там только от элементалей одна угроза и все, больше ничего. Чем попробуешь побить? В Аркане? С ДД флаской. Не, с ДД флаской. А, ты Фрост? Да. Блин, Фрост может, он там, что, сапрот? Попробуй, блин, я не знаю, попробуй. Угу. Он же выживал, блядь. У него преграда есть, глыбы две штуки. Поэтому, мне кажется, он спокойно может выживать все дерьмо. Так, мне на воду надо сейчас отображение щитков поставить. Это что-то оно сбросилось почему-то. Как щит называется? Какой? Ну, ДЦшный. Слово, силы, щит. Да? Да. Фига помню, офигеть. Слово силы, двоеточие, щит. А Джексу расставили. Слово с большой буквы и щит с большой буквы. Силы с маленькой. Вот. Да, именно. Напоминаю, надо еще кому-то сопроты. Щитов и никого не будет. Все нашли. Шипышка. Просто пожалуйста, пророк говорит. А это такая мысль, не одеть ли карманные часы мороза? Чё? Карманные часы мороза, думаю, одеть, не одеть. Так, выживаю, выживаю. Вой, ты тут? Угу. Считани кого-нибудь. Пофиг кого. У нас и так ДПС, блядь. Нет, а там, наверное, пробел надо поставить. Да, после двоеточия пробел. Так, что тебе линканули, вон, возьми, скопируй, ставлю и все. Так у меня нет аддона на чёт. Сделать? А, я и поставил другие, ёпта, у меня свои должны, он пишет отображение. Все, все работает. Let's go. Эй.
Я вот так стою. Вот так стою. Надо, короче, чтобы кто-то другой водил. Я, блядь, вейжу, и, блядь, у меня сразу тринкеты пропасть. Давай я выйду. А ты их снимай. В дикий там, там будет. Могу появиться. 2 секунды. Бойчик. Бойчик. Отдашь глыбу. А, это я проебался, я думал зима, блядь. Инферно. Ты хоть глыбу не отдал, да? Фамильяра. Не, не, не. Хорошо. Зеркало отдал. Вы говорите в кого, если что там летит? Да сейчас так. Три хуярит, хочу ты говорить. Это в Ивановской деревне зипки бьет. Лордфер. Эммануэль. Окей. Тацуна. Эммануэль. Тацуна. Лорд. Пити. Эммануэль. Эммануэль. Дуполов. Ты видим. Конь. Фифи. Войд. Фифи. Сацуне. Войчик. Пиздец, очень туго. Туго пиздец. А это понял. Ты бери разморозь. А, не, с отмен, 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 отмен. Заебал себя. Мне. Хорош. Краснозвичья. Хорошо. Пока, пока не выйди. Венец, построились. Делимся, Херу. Сколько стаков он делит? Я может зеленку отдавай там. Не, нормально, нормально, все нормально, 0 стаков. Окей. Череп надо разморозить. Некстас череп надо разморозить. Скиби дел. Выбежал. Сацуна разморозит. Бойчик разморозь, хорош. Просил, просил, скибиди. Шо? Блин, лорд. Бейте, 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 Борис. Надо разморозить печеньку, хорошо. Ну я инфуловый был. Ну это пиздец, я не знаю. Я назвал. Все падает, да. Это, Войд, если ты видишь, что ты фуловый, ты можешь прервать эту исповедь, потому что ты 2 секунды стоишь просто по факту бесполезно. Ты аж прохиливаю тоже. И если кто фуловый, я? Ну, в меня просто фулового фул исповедь прилетела. Это когда? Ну... Он имеет в виду, смотри, если ты силишь человека, ты идешь на исповедь. Если он человек фуловый, ты прерываешь исповедь, дальше продолжаешь силить другими кастами. Да, я так и делаю.
Если он фуловый и кто-то просил, я кидаю дальше. Щитки. Что, у меня 3 или сколько тика залетело на 90%? Не, ну я понял, типа... Так. Не, оно прерывается. Ну там ГКД все равно проходит секунда. Если я начал, там секунду считай проебано. И ты себя типа захилил, и я кастовал, да? Да. Я-то не знаю, прохилишь ты себя или нет. Ну. Что-то тяжело. Что, зима выживается, фамильяров тяжело из-за того, что ДПСа маловато. Да мы сделали все, чтобы был ДПС. У нас и танка нет. А, ну, типа, у нас танка нет. Я думаю, блядь, может этого ШПшника попробовать, блядь, ДСшника нахуй закинуть. Ну, ДСшник 241 есть. Здесь у него ШП одетый, там дырка, блядь. А прикинь, у него ДС там одетый как. Пусть не в обиду, мне нравится, персонаж собран, типа, плохо одет. Ну, да, ШП хуёвый, блядь. У меня просто ШП получше в 100 раз, нахуй. Ну не в 100 раз. Пускай, ну чем егошник. Пускай он покажет. Не в 100 раз. Пускай он покажет, какой у него там ДЦшник. Так ты пойми, ты его сейчас абсорбишь, блядь, лям, при том, что Сатсуны сидит 900 тысяч, типа. Тут ты типа практически весь урон идет на ДЦ, типа, понимаешь? А че, блядь? Я тут с топовым рэшам и силю, типа, ну, получается, с топовым рэшам, там пиздец. Там и балансирую его и все, я его пересиливаю. Потому что ДЦ упреждает дамаг. Ну да, блядь. У меня на щитке пишет... Ну, короче, 11 тысяч. Ну, 11 тысяч... Нормальная тема, в принципе. Был бы еще дамаг у нас, блядь. Вот как у Роги, блядь. Хотя бы 9 тысяч. Так ты пойми, окей, смотри. Берем нормальный состав, типа, простый. У нас сейчас нету танка, который, у нас сейчас ебать человек 5000 ДПС. Ну раскинь вот, короче, получается, вот на двоих их, блядь, 5к еще. Типа, ну да, у нас просадка где-то в косарь ДПС, типа, было бы идеально, что косарь, но мы убить можем. Мы же сейчас умираем, блядь, не на фазе или менталях умираем, блядь. Даже не на зиме умираем, а умираем, блядь, вне фазы. Я к тому, что я ничего это самое не настаиваю, просто что мы теряем, если мы трай посмотрим разницу. Может у него тоже лям будет абсорба, а у меня ДПС больше. Да, окей, Эммануэль, одень, покажи ДС, просто одень, чмот не спекается. Ну, может там нормально будет. ПВП таланты в ШП или в ДЦ? Слышишь, он говорит, шмот этот же. А СПД сколько? Да пускай бьет. Ты уже привык тут силить, хотя бы есть какое-то понимание, сейчас эти, блядь, перевороты, вывороты. Да, ну щиток послабее будет. 1908. Да надо просто все красиво сделать, и не наоборот, на 2 зимы подряд. Андрюха, ты тут? Да, то я готовлю. Идите, войдите, кто там, да. Сейчас, давайте, я завыжу, ну. Давай. Я Джага просто. Коня, ты что здесь отнял? Пэта отправить, и все. У меня Джага просто на полкилометра работает. Коня, ты что это без этого? Без саппорта? Ну он же... А, ну так сейчас, окей. Так, мистер вот Конь. Да, есть. Знаешь, какой тебе никто надо? Конь Боб Джек. Знаешь, какой мультик надо? Грустный мультик, на самом деле. Я его там только две серии смотрел, но знаю, что есть такое.
А тотем это гнездо. Честно, не люблю этого вопроса. Так тут нет такого, что любишь, не любишь, что надо убить здесь все нахуй. Нет, я его не под всех способов не... Я весь Каражан так не люблю, потому что он сложный нахуй. Не, мне остальных боссов нравится, а этого прям терпеть не люблю. Примерно как погибель в обычке. Нет, погибель в обычке настолько. Нет, я просто не люблю именно такое неприятное ощущение, когда я его убью. Ладно, давайте за костами смотреть, что мне прямо все запиздимся. Покаги. Костей мне цепляем друг друга. Бойчик. Его шот. На нахуй. Пиздец, блядь. Блять, вот сопрот надо, короче. Да я, типа, я без аура льда. Ну, без аура от льда. Потому что это Аня стоит, так не... Она стоит. Ну, у меня БРКД, типа, минус один ДД, который ДСК бьет. Где ты, блядь, венец ебаный? Да ладно, чё, бьём ДС. Тренируйся. Ну, сейчас 5 я даже венцом не смог взорвать, нас по нему бегаю, походил, блядь. Сейчас смотри, 5 венцов будет его. Да, 5 венцов будет, и убьем без нихуя. Ты, диверсант, суицидник. Так, блядь, сказал, падаем, я пытаюсь нас уронить. Да не, шот и стрела пришла. Чё, теперь ложимся, да? Типа, Женю шотнул, бойчика шотнул. Да, почему шот, блядь? Аура стоит. Может, у них хоть бы сопроты закончились, блядь? Не, уже есть сопрот. Беги, малышка, беги! О, 5 венцов, видели, если дыма закасалась? Да, это всё потому, что умерли. Угу. Он помог, типа, то, что мы в венец не можем вайпнуться. Я сейчас стенку на месте... А, застакалась мне. Бойся, кстати, вот тут, возле двери, века. Не стакается. Так, это зима. Сейчас резни где-то. Только... Сейчас лока, шамур лока есть. Я должен кричать на КП. Перебор. Перепью, значит. Лока. Короче, бойчик, пей, сохрон. Лока, да и все. Все, все, мы убегаем. Скиби, вставай. Бля. Я не знаю, может Женя какой-то тринкет здесь, он постоянно умирает от нестачи ХП. Женя, у тебя есть какой-то компас там еще что-нибудь? Прикол, у танков не у всех компас есть. Я просто, я не знаю, я ищу выход из ситуации, все, я не знаю, типа, прям все печально, блядь, ну уже косты обычные шоты, это жопа. Не, ну я исправил, больше не будет. Надо что-то на стамуна. Не, первый каст у меня не было у Рэта Льда, потому что я думал, что от огня не стоит. Что я сначала не заметил. Встали. Блять, опять нам пизды сейчас добьют. Не-не-не, нормально, нормально. А, скажи, Войт, а ты такая ресерч, ты можешь отойти ближе к двери, а не рядом с боссом? Так ты отходил просто. Я сразу резал, чтобы шкаф тыкнуть. Ты не принимал, и поэтому Кацуну резал. А, да. Видишь, ты отошел, пришел. Надо было тебе тело покинуть. Заебали, я уже пробежать успел, нахуй. Пидоры, блядь, лежат. Бля, Эммануэль, смотри, сейчас опять босс появится, нахуй. Ой, я ебал рот, нахуй. Так он не сайт. Лежат кони нахуй. Джипса надо. О, джипс. О, сын. Бля. Рыбу поставил, лапу дал. 107 голды вышло. Я уже два раза по 80. Боевой клич, вы все сможете, сказал, все, пацаны. Я могу в БДК выйти, я там буду больше давать. Пошел там курить, да, мы тут сами убили. Да, еще один баф, короче, мы теряем. Ну, зачем нам медики нужны? А, ну будет, кстати, ап. А Мелихаст, да. Типа, Мелихаст будет от Шама или он Зазань. Нет, у нас РДД куча. А, ты... Нет, если я прыгну, конечно, в Армса, мне нахер не нужно будет Мелихаст. Рога такой, да? Спасибо. Я Роги истерию дам, блядь.
Че там с этого пидора падает? Я чекну. Пидор просто должен упасть как минимум, потому что ты уже падаешь вообще плохо, типа. Паша, ты в этом... В фуфлике? Да, в фуфлике. И беса у нас нет. Да, мы еще без беса хуярим, ну охуенно, блядь. Сука, блядь. И так того хп нету, блядь, люди падают. Ну да, действительно, именно из-за этого, да, блядь? Да, Паша. Ну, а вдруг косарь бы у него остался бы, Паша? У него 45 оверкил был. Но там ему просто не повезло, наверное. Чё там, готовы эвейдить? Да, эвейди. Ой, блядь. Заэвейдил, проверил. Я говорю, я заебаюсь, у меня джага и сначала каражана до него достанет. Угу. Плюс я баф лутаю. А, нет, не лутаю. Паш, ты... получается... порча? Ты про чё, Анду, хочешь спросить? Не, я смотрю, что он в тестерке больше дал добавить, чем баф лет на. Афлик тоже на добой мощный. Нет, я знаю, что экзекутка, так это экзекутки нету. На фамильярах. Просто для меня, я хотел, я просто Пашу покажу. А он Пашу передамажил в сове, что это за пиздец? Ты был установ. Звездопадом. Тихо. Разморозили звезду. Эммануэль. Эммануэль. Хорошо. Да нормально стоит, пускай стоит. Ты не двинемся. Пять винцов. Да, 5 хуйцов, блядь. Сацуны вообще заморозит. Сацуны, печеньку заморозит. Чё, разбил? Печеньку. Хорошо. У вас так, уверхните, 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 мага. Чё, свет? Беспособность будет. Венец. Фамильяр в центр содвинулись. Зелен подал. Дал зеленку, блядь. Я сосал. Я только синзип нажимал. Бейте, ну, ему дам лайфмал. Еще не критично. Я потом стану после фамильяров. Тебе дали уже бы? Нет. Не, я не давал еще ему, да, да. Потому что он пропадает, да. Пола. Ты беди. Лорд. Покажи. Ему нравится. Еще раз ему нравится. Дай мне. Попадай. Да у нас он, блядь, получается второй элементарь 25 стаков без него, понял, вообще просто. Ну, там было 3 элементали, 14 стаков на 3 элементалей, там, блядь. И вы скорость... Мы в... А, красноязычие повешали, да? Да, было красноязычие, было, да. Было. Ну, короче, просто мы выходили, вот прошлый трай, мы выходили, по прошлые два трая, мы выходили 19-20 стаков с третьего, а сейчас со второго вышли 25, нахуй. Потому что кокси спали, и они упали. И бурсту мы не давали. Ну, короче, бурсту как хочешь, не хочешь, надо только в элементаре отдавать и все. Ну да, а как иначе?
Геру можно отдать на первых. Не, Геру это... Нельзя Геру давать вообще. Мы должны подбивать без Геры. Геру даже на венец, мне кажется, давать бессмысленно. Типа надо давать, вот когда вот кто-то умер, вот в таких вот моментах, когда типа может ДПС не хватить. Посейвить, как сейв эту Геру. На экзекут можно. Ребят, мне сейчас скажите, а эта штука еще работает, чтобы каст льняной лучше сбивать в конце, чем... Ну, так и... Конечно, работает, чтобы все касты лучше сбивать в конце. Нет, а что тогда все сбивают кое-как? Каст пошел, блядь, уже сбили. Ну, был момент. У вас тремор срабатывает? Триггер. Жизнь. Чуть-чуть это. Не, я как главный подвижник на самом деле время, я вам скажу, ребята, это пиздец. Ты у кого учился? У реплика? Ставлю рыбу. Какого реплика? Блять, ладно, все не буду пить. Сейчас Андрей сейчас скажет, хоть подъем выше пизду. Я реально не рад. Ну, у ретрика ты учился, у ретрика. Я, блядь, столько осов сбил, блядь, кашку. Килеш. Мне как слышу, Женя, сбиваешь кассы, и да ну нахуй. Как я могу еще играть, где кассы? А там все сбивают касты, блядь, и ханты воруют стаки, блядь, стоят, блядь, на чемпах. Иди, войди, кто там, я войду. Вот так вот, даже дверь не закрылась. Нихуя, жесткий. Я думаю, где босс, блядь? Просто убили нас. А где лут? Где? Саппаты, он на всех писи? 340 минут. Нет, я имею в виду, что типа, там, перебивали все. Убил Джек. Я не знаю, типа, я сижу и думаю, вот, вот реально, вот все время сижу и думаю, что бы еще можно придумать, я не знаю, просто вообще слово совсем не знаю. Трай, надеяться, что повезет, все. По факту тут от костов очень сильно. Можно нажать камень, протануться. Как этот в Легионе, да? На 5. Все ты перезнаешь. Да, бля, у меня триггер происходит, я фиг больше сбивать не буду. Блять, достать. Каст. Все, каст оставлю шаману. Скрипи. Так, Хаги. Сел? Хорошо. Ты не беремся. Леру не давай. Окей. Там три сработал, пацаны, ничего страшного. Да я тоже чуть не прожал бурсты. Все, я не буду, я буду в элементаре только сдавать. Да, бурсты не сдавайте. Буду бить тупо. Петя, выбегай, пожалуйста. Хорошо. Тебе два стака нормально, а вот роги больно. Уфу. Троих зацепить. Да так вот, Сэви, я же не должен цеплять. Вот, давай, у тебя тут зебашат грибы, надо, по грибы надо убить. Ну что-то происходит, и все, пиздец, я не дотягиваюсь. У тебя стак не сбрасывается, Андрюха, или ты просто ждешь, блядь, для интернала все? Интернала. Давай. Да, зелен. Отдал внизу. Мы наваливаем бас, давай нахуй.
Конь. Войд. Я подбит прям отсюда. Конь. Войд. Скибиди. Я сижу, был ема. Бойчик. Еще раз бойчик. Погни. Конь. Сацуна. Еще раз Сацуна. Прожмись. Хоги. Уфолах. На два кожу. Хики. Конь. Уфолах. Бойчик. Что-то более Лорд. Лорд. Войд. Покаги. Войд. Именно Мануска, стой. Кто? Шипы или я? Лорда разморозить надо сейчас. Петя. На Ману кто? Он или я? Шипы. Бьем. Паша, вы лутаете с Андреем. Урон. Мануэля поднимите, Лорд, прыгни, Паша. Блять, череп. Охаги, череп. Хорош. Венец. Ты давал на ману шипы? Инер, отдам по Войду. Сейчас хорошо стоит. Конь. А, ну ладно. Не туда, Паша, рано. Лорд еще раз стоит. Вы лутаете с лордом. Урон. Центр, встаньте. Фамильяры. Зеленку прожал. Я могу массакру потом отдать. Бля, я этого убить начал. Мизетку прожал. Не-не-не, Петя, так не надо. Да я, блядь, не туда, в камеру купнул. Прохил. Меня прохил. Все. Еще не все. Да нет, что не все потеряно? Бойчик. Конь. Еще раз конь скибиди. Бойчик. Войд. Там два сразу. Эммануэль. Опять. Ты как отвечаешь? У меня зеленка как раз на секунду отгадалась, я не смог нажать. Минус 3. 22 стака. 22 стака. Я почти же не придумал. Кстати, да, вот Гера на вторых элементарии был бы класс. Типа да, вот на такие моменты. Ну 20 стаков на третьего, блин. Это нормально, но когда два в одного прилетает, это нереально прохилить. Баный убивочный босс, блядь. Я могу сказать, мы это убиваем, очень даже убиваем тем, что у нас есть сейчас. Да. А сколько ХП было у босса? 40%. Просто из-за того, что одной из перифаз мы не выживаем, из-за этого мы его и не убиваем. Я вас не успеваю иногда подхиливать опетов, но сори. Андрюх, короче, когда это будут элементали, давай так, когда остается два, ты в одного, которого не бьешь, один раз гнев отдашь. Ну или, в принципе, пофиг. Я могу просто бить с другого и анонсить вместе с человеком, кого бьет второй, чтобы не было, ну... Так фишка в том, что если ты будешь бить другого, это не означает, что это пизда, ты понимаешь? Типа, чем мы дольше бьем одного элементаля, они же втроем стакают, то бишь, условно. Мы типа по одному не убили, они втроем закастовали, они повесили 3 стака, понимаешь?
Тогда давай по-другому. Можно взять фокус третьего. У меня просто сейчас... Ну, я все аддоны повыключал, у меня сейчас уебище на экране из-за того, что чтобы косты видеть. Можно, получается, смотреть, что... Сейчас смотри на экране. Чтоб такое придумать, да? Паша, так мы еще 30 минут и все, и расход. Типа, я должен всех удержать не буду. У нас слишком много ДДшеров. Угу. Сука, чтоб шаман считывать умел, блять, как ДЦ нахуй. Ну смотри, блядь, вот просто я тебе скажу. Welcome to Ascension. Смотри, не было бы у нас, вот просто возьмем, вот как есть. Убираем просто Эммануэля, типа, и чтобы у нас вместо Эммануэля кто-то ебашил 12 тысяч нахуй. Все, могли бы в 3 хила хуярить. Давай, а в 3 говоришь? Ебать. А в 3 это ну, кто? ДЦ, РШАМ и ХПАЛ? Да, а вот знаешь, да. Что прикол, Андрей? Давай типа, попробуем. В 3 хила ты будешь бить так же... Да нет, так же... Да, у тебя... Ну, время. У тебя будут также появляться элементали, которые могут шотнуть за 2 выстрела. Тебе нужно фул, короче, убить 2 элементалей, а на 3 уже ладно, там прохиливается. Я понимаю прекрасно тебя, ну, типа, я говорю просто, типа, чтобы уже все, и прям легче было просиливать. Кстати, вот по поводу вот этой темы, два элементаля, шот, все дела. Если два элементаля кастуют в одну цель, то 2 стрелы прилетают одновременно, тут даже чуть-чуть подхитить. Слушайте, а у меня такой нет, там вопрос. Не одновременно, там 0,1 секунды где-то, там видно, как он получается. А если стоять да, ближе к одному... Да, пошли, что рыбы, ничего не было, алло. А если подойти... А я ебла нарезать нашел, потому что он, блядь, встать не может. Там каждый раз лежит, блядь, заебал уже. Так. Так, а теперь, если стоять к одному элементарю... Куда побежал? Ближе, короче, блядь. Если стоять к третьему элементарю поближе, то от второго элементаря будет где-то 0,4 секунды полет. Да, то есть время полет. Не успею. Слышишь, это вопрос такой, элементали, от них можно спрятаться за шкафом, там вон там шкафы какие-то есть? Через стены кастуть. Кастуть через стены. Ой, Петь, кстати, тему говорит. Нам надо смещаться в сторону одного элементаля, когда два остается. Да, кстати, на X2 так делали, по-моему. Ну, даже когда вот это... Причем, я бы смещался в район где-то Луны, туда. То есть, чтобы от того летело чуть-чуть и от этого. Вот тут вообще через всю комнату будет лететь снаряд. На перебежках будем урон терять. Один раз пробежать. Нет, ну вы. Короче, я услышу. Ты хочешь управляться на стрельный тля? Ты хочешь бегать еще по комнате или что? Не стоять в центре. Не стоять в центре, да. А что это тебе даст? Я так понимаю. Ну, разный прилет снаряда. Время полета есть у снарядов. Так нас шотает из-за того, что мы... Да и все равно 2 прилетит, вас шотнет, вас за 0,4 секунды никто не прохилит. Что, на что вы надеетесь? У меня флешка не захилит на 15 тысяч. Ну понятно, хилы раки, короче. Да, я должен холилайтами инстантными херачить. Не, ну когда, смотри, когда прилетает снаряд на пол хп и следующий на пол хп и шотает, ну тогда когда 2 элементаря... Окей, я тебя услышал. Я не знаю, это мое мнение. Теоретически работает, но это... Вот, я поставлю, вот, мы двинемся только туда, все. Короче, вот сейчас я поставлю метку вам, ребят. Типа, когда элементали все сдвигаются вот туда. Куда? Печеньку. А, нормально. И все, и по кругу, по часовой пойдем. С печенькой ничего не поменяется. Ладно. Не, почему поменяется? Мы будем стоять... Поменяется. Мы левого первого объема, а вторых опять одинаковое расстояние. Это надо смещаться в сторону одного из того, кто выживает. Одного из элементалей. Соответственно, нужно сначала одного убить. Ладно, короче, ну мы вообще обсуждаем... Мы обсуждаем то, что, типа, блядь, вообще, типа, бог, типа, помощь нам, он скажет так, блядь. Куда? Такую же хуйню придумали, типа, я честно, вот. Все фиксится. Ты же тоже думаешь. Все фиксится, конечно. Вот я сделаю про товара, блядь, год-два, я не знаю, но я его сделаю, блядь. Я потом покажу. Сервер закроют, на. Сервер.
Не, через год-два, я думаю, буду 30-ку давать, этот мог босс будет умирать. Похуй, я нубов наберу уж в зеленом шмоте. А, специально с 200-ми? Специально, дам ШВ нахуй, скажу, вот так вот, блядь, ребята. Блядь, я зайду на X2, блядь, возьму 3 человека, убил ну, этого нарана, блядь. Не ссы. Что ты кастуешь? Звездочку войд. Войд, войд. Квадрат отморозить надо. Хорошо. Зима. Фотаемся. Прыгаем сразу, двигаемся, блядь. Сразу зафильте его. Бафы дайте ему. Прохил, 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 прохил. Разморозь. Я не стал разморозом. Ты там 10% хп. Лорд, хорошо. Здесь опять. Вы слишком близко стоите, Рон, или не Лор? Интерналы. Пошли по печеньку все. Землю отдал. Землю отдал. Конец места. Я не подал. Больше как стоит. Войда. Войд еще раз. Фаталия. Тихо. Конь. Эммануэль. Бойчик. Войд. Скибиди. Еще раз скибиди. На фул скибиди. А там шо? Шо там? Войда. Пизда, ебать его рот. Щит КДР. Как мне, ну типа... 30 стаков, ну, но это не серьезно. Мы упираемся в ДПС. Это в ДПС. Да, в ДПС упираемся. Сколько там надо, чтобы третий элементаль умирал? Слышишь, Кацуна, ты сколько дал? Ты же, блядь, 12к даешь у ретрики, я ВВК бью. Да не 12к я даю, я 1008 даю, потому что бурсты не сдаю. Ну тут тысяч... Потому что без апа, ну типа тут я 10 тысяч дам с лубафами, но... Типа... Блять, Сакра, конечно, заебись. Сакра очень сильно спасает. Кстати, я не понял, кто у нас умер? Лорд? Там плутал этот... В тебя прилетела стрела, да? Ты понимаешь, мы сейчас поменяли, короче, 10 тысяч ДПС на 6, типа, это условно, типа, Женю поменяли на Цуне, вот и все. А я... Ну, хотел... Да ты... Плюс я-то тоже 9-10. Мы поймали еще 4к ДПС, типа, ну, в этом плане. Главное, чтобы Женя зелил и все, типа, не выебываться. Короче, шамана. Еще и этого пристав ДЦ, нахуй, я тогда подамажу и ебать, ты сразу его разъебем. Да, до первой зимы. Не, давай попробуем ебать трай, нахуй. Ну что, давайте посмотрим, ебать. Ну, понимаешь, человек в ДЦ, он, ну, типа, первый раз вообще в Каражане вообще, а еще хилить и еще наблюдать за кастами. У него глаза его нахер пошлют. Бля, приз, ну ты это, ты уже это, вкурил там, блядь. Видишь, он вкурил. Давай попробуем ебать трай. Давай,
По хую, давай, один хую, типа, еще два трая и расходимся. Давай, я говорю, ты в ДЦ, Скибиди ты в Варшама, и Сацуна ты в Ретрика. Все, сейчас нихуя он разлетится, сука. Да, сейчас сразу зима, и мы отъехали. Да ебать, пошли. Ставки. А я так же оставляете? Конечно. Да ты тебя вообще можно вытянуть из полезного. Не, ну ты конь все равно хороший, понимаешь? Хоть хороший где-то конь. Пригодился, хороший, да, хоть где-то пригодился, и сейчас начинает сбежаться. И то я бы мог все сделать, если бы мне танчить сказали. Mm-hmm. Нет, тебе ХП надо разбафать, а у него еще минус 8% получаемого урона от того, что он просто стойку прожал. Я могу бабл прожимать на каждых элементалей и стыки сбрасывать. А на каждых? Что? Ну не на каждых. Ты заебал, я только тебя похвалил, ты все равно лежишь, заебал, вот честно. Батон. Батонище просто. У него нужно маленькие бегать далеко. У нас большие ноги маленькие. Ебать. Ой, Эммануэль, сними вот это говно сразу, блядь, одень любой СПД, я вот это выкинь вообще, блядь, это... Возьми его с балкона, выкинь этот ринкет, блядь. Как горлом на лепешке, блядь, выгласили. Это? Какой? С рыбака на дух. Роман Регани. Нет, Риня норм. Но не для этого. Убери любой СПД один. Есть любой трикет, даже. У меня просто не отобразилось. Сейчас. Вот, пускай лучше это будет, да, блядь. Пиздец. Рыбу поставил, лапу бафнул. Чё, идите, ну, бафните каску, я тогда Жене эту закину, МП5, присту тоже. А, хотя не. Хотя да. Каску бафать? Да, бафы. Пробады пешку послать. Эммануэль, это иди там в сторонку, тебе дадут МП5. Да не, всё нормально. Так ему дашь? Да. 2% уж и по ничего не сделал. Там интеллект, блин. Мана не будет заканчиваться, тучку не будут отдавать. Че, ебаша? Ебаша? Не спешим. Соброты там, соброты. Так, сейчас проверю, а то я, блядь, опять забуду на что-то. Все, да, я... Ну, у нас всех банки есть, вот перед... Что там? Давай, выйди, кто там обойдет его. А я не могу, потому что у меня джага короткая. Сейчас, все, сейчас. Нихуя. Реактивный пердеж на. Там отчет скажете, да, за 2 секунды, чтобы это припод выпить. Да я не... Ладно, пей. Ну типа въебать, с пула разъебать просто. Сколько там секунд? 3. Ты ебал? Сука, ты мог бы быть в Аркане больше, блядь. Я что-то проебался уже. Пей. Выпил. Я забыл, как в Ретрике играть. Бочек звезду. Надо звездочку разморозить обязательно. Не разморозить. Ага. Он как раз выйдет, он выйдет. Не надо глубоко. Зелен прожал. Язык прожал. Профил. Коня.
Скибиди, Хокаги. Скибиди поднимите, скибиди поднимите. Хорошо. Войд, Хокаги, ясно. Дай зеру, зеру дай, дай зеру. Ну как дашка на геру мне дала тебя похитить, все. Ну я выбрал, выбор привел. Не, ну сейчас ДПС больше в разы, потому что мы уже вышли в этого, короче. Ну, при условии того, что у нас рвок умер. А, мы убили за 31 стак без 4 людей, когда 31 стак был при фулл людях. Как хуй сломи, да? Почему так, блядь? А еще было слиты бурсы и гера. На одних гребаных. Че, го еще травит? Бать, не понравился. Давайте последний травит и все, красный. А мы не хотим вечером в ВК сходить? Я хочу. Среду ВК. Или ты десятку решишь? Я не буду на 25. Десятки когда у меня. Понятно, блядь. Нет, ну чисто технически можно все-таки Женя Велима, он бустанет охренно большую нашу зону. Засуну просто похерит. Я, кстати, встал. Вот сейчас по ДПС у нас более-менее все, вот просто более-менее. Осталось только прохерить, пиздец. Все. А вопрос, у нас было по ДПСу меньше, а почему фамильяры больше стаков? Это что? У нас минус 4 было на последнем фамильяре. Ну типа, я фамильяров у бурсты отдал 760 тысяч. Ну бля, я хуй знает. Как фулбурсты крылья. И у меня еще, короче, это я же настакиваюсь фамильяров этим одноручкой. Я два раза джагу кинул, два раза Т4 бурю, оказывается, отдал фамильяра с одноручкой. Ничего нахуй, скоро будем разъебывать. Закроем пару раз и ВК, блядь. Весь 45-й шмот оденем. Я вот шею доделаю, блядь, скоро уже. И пиздец там будет. Так ничего. Хилить буду. А не, я, блядь, 12к давать буду. Не, я тебе скажу, нам бы один нерфик для нашего, да, вот чила такого, нам бы один нерфик, короче, это процентов 13 и все. Да, КП есть куда урона. Короче, это, привет. Не через 3 недели. Что будет делать после последнего трая? А? Что после последнего трая будет? А что ты думаешь, что будем делать, нахуй? А какие предложения? Я ВК-10 хочу. Снеговика пойдем. Снеговика, я не знаю. А чё, кстати, УД за снеговика срезали, теперь 250, а не 300? Так и было. Было 300. Чё за бред, короче, за кого-то коня без головы? Не, ну чё, 300, есть. 250 было, в прошлом году было 250. Короче, я позже зайду. Давай. Ну, с богом. А или я хилю, подождите, я ещё такое. Ничего не меняется, так же бьем, да? Да, не хочу менять уже. Так, а зачем мне на первой фазе надо в ледяной стоять? Он же меня не бьет. Агро. Так я... А хотя... Так не, хорошо, я набью агро и тогда в красную ебану. Он стак и кастует на тебя, понимаешь? Если будет рандомно еще ДДшник стак кастовать, и все. Так если я увижу, что агро прям в небесах, потому что постоянно так... Я же могу, вот, красным. Ты потом забудешь? Да, ты потом забудешь? Я проконтролирую. Да. Давай, короче. Ты все равно ДПС не дашь. 15% от 5000 это 6000. Да. Типа, толку. Надо на Верочку. Сейчас попробуем, блядь. Все понятно. Можно не знать. Я думал как-то от них гаситься вот в этих углах, нахуй, от элементали, нахуй, чтобы они, блядь, просто не кастовали. Нет, они через стены кастуют. Стены хуярят. Да я понял уже. И видел, как тебя, короче, босса пулят, ты бежишь по этому, блядь, каражану, тебя там каража убивает босс, нахуй. Так же они. Припод когда там, говорите, секунды сколько? Без понятия. Да тут нету кастов босса, тут, блядь, он появляется автоматом. Он появляется через 30 секунд с того, как его заявили. Все,
Кликать не надо, да? Или что? Жень. Он хилит вообще-то. Ладно. Понял. Два раза чпок, чпок, и все. Ебать, это специально мы шли. Давайте еще разок, ебаный. Красный. Пацаны, смотри, как добьем. Делать. Добьем. Сейчас опять венцов нахуй. Зря тело покинул, там шмот. Педики, они суканы, мы добьем. Короче, стрим, спасибо за терпение. Это надо траить, короче. Я думаю, тут надо, чтобы это, блядь, был нахуй протовар или ДК на 4D4. Да за пизды там протовар, ДК, вообще типа. Ты понимаешь, что мы умрем там, где мы не должны умирать. Мы должны так умирать на зиме, и то типа, если у нас нет СВО. У нас СВО, блядь, допустим, было хуже туча. Мы зиму лежим, мы умираем на интерналах, мы умираем, блядь, до интернала, блядь. Но не на зиме. Это самые простые фазы вообще, по факту. Да нифига они не простые, если там 30 стаков, ёпта, ну это не прохилит. Не, так я тебе говорю, что типа мы упираемся в ДПС. Последний трай, который был, типа, где 72000 ДПС Паша показал. Это был самый адекватный трай, но типа там у нас упали 4 игрока, типа. У нас упало 2, типа, до перехода третьего, это уже пиздец. Ну, мы ДПС подняли за счет уменьшения хила. Ну вот. Что делать нельзя. У нас, это вывод, что это? У нас слабый состав. Еще до сих пор. Нету да, баф. Ну ничего, пару недель пофармим ебаные 5 боссов, потом мы будем 260-е нахуй, мы его просто разъебем, этого пидора, блядь. Просто да. Придем его унизим, ебать, по 12 камней. Типа, я не пытаюсь безморалить, я с вами сидел вот эти все 3 часа, ебашил, да, Рола, Эммануэль. Да нормально, ебать, придем, будем разъебывать потом. Не все сразу так дается. Москва не следует. Да, спасибо, что принял КД. Я тоже, блядь, кару только открыли, я КД принимал паладином, шаманом, чисто на смотрителя, мы его потраили и разошлись, блядь, ничего не обломался. Не, ну смотри, Хокаги, давай скажем честно, сколько закрыли фул? Закрыл только, блядь, 40 персонажей, ну типа, из реально, типа, из онлайна 6000, а они 240 закрывают фул, типа, ты не прав. Там составы разные, нахуй. Ну, наш состав. Там взять. Идеальные составы, которые да. Готовились. Ты видос, ты посмотри, как там оперы убивают люди. Там ДПС просто ебнись какой. Ты посмотри, ну, типа, как они меняют, свечуют народ. Вот мы, вот наши, типа, вечерние идеи, где я нахожусь, типа. Там, блядь, составы меняются просто так. Вот, типа, сидишь. Кто-то чуть слаб ждал, все, уже поменяли, блядь. Надо, ну, типа, я не знаю, что вы горите. У нас такого просто нету, типа, понимаешь? Не надо гореть, просто не надо торопиться вот этот шмот залутать. Мы, ну, типа, хуже, не хуже. Мы не хуже, блядь. Просто сыграться там. Золотые слова, сетап, блядь. Собрать сетап, нахуй. Это все время, блядь, чтобы люди сыгрались. Не, я говорю с Олегом, я к тебе, ну, к тому, что, типа, вот, на данный момент, в данный актуал, закрыло только, блядь, 40 персонажей. Типа, фул коража. 20 из которых с одной гильдии, это просто твинки. Там и волониры, да. Там всякое. А я скажу вот так, был бы у нас...